Всем привет, и тут внезапно Soviet Republic, да? Будем вспоминать, что мы тут делали в прошлой серии, потому что уже прошло там неделя, 8-9 дней назад, по-моему, выкладывалось последнее видео. Вот, что у нас тут есть? У нас здесь есть угольный комбинат, угледобыча. И, по-моему, у нас какие-то были проблемы. По-моему, проблемы были связаны... Да, нет работников. Температура в здании слишком низкая. Нет ресурсов. Ресурсов отсутствует уголь. Ты вроде как загружаешь отсюда, потом везешь в котельную. И остатки уже выгружаешь на таможню, да? Давай-ка понаблюдаем за этим процессом. Окей, загрузил такой. И повез на угольный комбинат, да? Ну, давай понаблюдаем. Окей, загрузил. Так, подожди, а ты? Загрузи 100% чего-нибудь. Угольная шахта, угольный комбинат. Так, нет, ты давай 100% загружай не чего-нибудь, а загружай 100% угля. А, не, подожди. Не, что-то не то. Угольный комбинат. А, это уголь этот, сырец, да? Угольная шахта. Загружаешь, да, уголь, сырец. Уголь, сырец. Здесь выгружаешь его. Так, это мы настроили. Где там эта вторая машина? Так, загрузил, поехал. Смотрим. Наблюдаем. Давай, давай, поехал. У нас так-то деньги не бесконечные. Нужно что-то и продавать. Это на 51 рубль. Окей, выгрузил угля немного. Ну, работники здесь есть. Три работника. На шахте почему-то нет работников. А сюда хоть кто-то приехал? На шахту никто не приехал. Вот это, кстати, не очень, я тебе скажу так. Здание не подключено к электросети. А у нас тут, простите, что, не дотягивается, что ли, наше это... Где у нас... Будка с проводами. Да, не дотягивается. Увы. Трансформатор называется. А ты? Покажи. Тоже не дотягиваешься, да? Ну слушай, мне сюда что, отдельно что ли трансформатор вести? Ну, походу придется. Ну давай посмотрим, что там. Трансформаторный пункт. Ну, скажем так, что-то такое пускай будет, да? Среднего напряжения. Как-то вот так это все сделать, все это безобразие. Давай построй. Так. Ну, теперь в здании нет питьевой воды. Окей. Но питьевую воду я тут вроде организовывал. Вентиль открыт. Емкость потребления заполнены. Здесь все делается, здесь все качается.
Ну, у вас же там есть, да, не вода, да? Так он просто не может, он не дотягивается до туда. Ну, это проблемка, я тебе скажу так. Так, это мне еще один водоразборник, что ли, ставить какой-то надо? Насосную и водоразборную. Водопроводная. Насосная станция. Ну да, и от него, короче, нужно ставить водоразборный узел. Так. Так, окей, продолжаем. Так. Водоподготовки, водозаборная. Так, не то, не то, не то. Водоразборный узел. Как-то вот так его тут вывести надо. Ну, пускай вот так вот будет. Пускай так стоит. Давай построю его. Ну и, собственно говоря, трубу надо кинуть сюда. Так, ты идешь отсюда, потом сюда. Подожди, а какой здесь у нас? Это просто резервуар. То есть, выходящий отсюда и идущий сюда. Вот как-то так, да? Давай, короче, ложи трубу. Пускай воду там подводят. Производство остановлено. Котельная. Это здание остановлено. Почему оно остановлено? Потому что не хватает ресурсов, да? Работает без проблем. Котельная. Странно. Уголь, сырец. Нам работников побольше надо. А сколько здесь вообще граждан живет? Вот такое количество, да? Ну, я, конечно, мог бы сюда провести еще какую-нибудь дорожку, чтобы они, может, доходили бы. Так. Попробуем, поэкспериментируем. Дойдете до сюда. Я так-то на заводе тоже люди нужны. Так. Ну, теперь дойдете до сюда. Вот до остановки не доходят. А дальше им типа смысла идти нету, да? Мне что, больше домов ставить или сюда отдельно какой-то домик еще ставить? Как бы почему бы и нет, но... Вот такое себе. Ладно, давай поставлю. Жилые районы. Жилье. Пожалуйста, мне такое. Или где я там смотрел нормальные? 89. 10 работников только, правда, в нем живет. Ладно, давай поставлю уже. Видите, там до магазинов до всего не доходят. То хотелось бы еще как-то покрасивше все это дело поставить. Я понимаю, что здесь ландшафт совсем подходит, но
Так, работники мне нужны. Так, ну, в принципе, до угольной шахты они доходят. Так, тут у меня все настроено, все настроено. И надо будет им дорожки еще кинуть тут. Они могли спокойно тут ходить, доходить, куда им надо. Вот так. Вот так. Как-то отсюда надо кидануть им дорожку. Я бы еще сделал бы здесь какие-то дорожки. Ну, что-то наподобие. Ага. Ну, окей. Вода у них есть, электричество у них есть. Работники. Нет работников. Давайте на работу дуйте. Вот, идут. Давайте, давайте. То производство стоит, нет работников, нет, отсутствует уголь, сырец. Конечно. Все, пошла добыча. Работники появились. А как-то побольше работников назначить сюда нельзя? Ну слушай, работы прям в городе у нас хватает. Я вообще такой бы, чтобы еще жилые здания какие-нибудь разместил бы здесь, чтобы прям наверняка, чтобы прям хорошо добывалось бы. Еще вот такое вот здание. Обстановка, конечно, у меня тут не очень такая. Давай ставим. Пока деньги, ресурсы позволяют. В принципе, всем этим можно заниматься. Сюда. Ну вот сюда. Здесь вам дорожку сделаю. Здесь как-нибудь так его выведу. Ага. Не выведу. А не выведу. Идеально. Так, по потребностям. Все ли вам хватает? Хватает вам всего. Как и вам, да? Не смогли заняться спортом. Не смогли достать товар пищи. Так. А куда вы можете дойти? Ну, в принципе, вы доходите довсюду. Вы везде доходите, ребята. Какие проблемы вообще? Проблем нет никаких вообще. Работают без проблем. В стане нет питьевой воды. А почему ее нету? Как понять, емкости потребителей заполнены? Качество воды 100%. Ну ты же должен доставать до сюда. Почему вот здесь вот, допустим, все работает, все хорошо у людей? Товар пищи, не смогли заняться спортом. Так, подожди-ка. Резервуар для сточных вод
Так, это поликлиника. Кстати, а что у нас по сточным водам? Я же вроде им делал всем канализации. Так. Вот ты вот. Загрязнение 52. Сточная вода. Так. И все это отсюда должно качаться. Так, ну-ка, ну-ка, давай-ка покажи мне, пожалуйста, коммуникации. Так, это, наверное, где-то тут должно быть, да? Так, ну, наверное, это как-то не так делается, да? Слушай, я сюда что, не подключал, что ли? Я же вроде помню, подключал. Вот труба идет. Вот труба идет. Канализация. Я же вроде даже ставил это. Очистную я вроде ставил. Так, а ну-ка подожди-ка. Что-то тут не так. Источных вод, точка сброса, малоочистная станция. Ну, я бы не сказал, что она прям малая. Ну ладно, давай подключим, посмотрим. Тогда я поближе немного поставлю. Я правда не знаю тогда, зачем нам это. Поставим уже, ладно. Тогда получается, нам просто этот сток даже не нужен. Она просто не доходит до туда. Так, ладно, где у нас тут продуктовый? Опасно для здоровья. Короче, решаем вопросы потихоньку. Походу, им просто реально пищи не хватает уже. Хотя там только одному не хватает. Нет работников. Нет конвейера для транспорта загрузки камня. Так. Камень 0,50 из 50 тонн. Надо будет что-то мне еще думать по поводу гравия. То есть камня. Ладно, давай сначала, короче, очистную станцию закончу. Как там, ты долго еще? Отлично. Так, ну соединение с дорогой есть. Так, я походу не той стороной, что ли, поставил? Ну-ка, давай-ка проведем тогда вот так. Вот так. И вот так вот. Угу. Построили. Да нет питьевой воды, нет работников. Так, до питьевой, пожалуйста, не ври. Ты дотягиваешься. Нет, не дотягиваешься. Угу.
Ладно, строим еще тогда. Так, это нам надо водозапорный узел, да, надо ставить? Водозапорный узел. Ну окей, давай тут ставить его. И подключать к насосной станции. Так. Где там труба? Ну, вот, в принципе, у нас еще одна есть. Можно вот так подключить. Все, водичка теперь и тут у нас есть. Есть. Нет источников. Источник не отправляет ресурсы. Нет работников и не отправляет. Окей. Сейчас отправим. Слушай, покажи-ка мне свои трубы. Так. Ну, тебе ж насосная станция какая-то нужна явно, да? Что у нас здесь? Так, то есть ты качаешь отсюда. От тебя идет все потом сюда, да? А здесь у нас что? А в чем, простите меня, проблема? Я что-то вроде ставил. Так, типа ты идешь отсюда. Окей, давай эту трубу удалять. Где она там? А, вот тут вот. Сносим эту трубу, короче. Так, я не могу тут трубу удалить, да? А почему? Я не могу трубу здесь удалить. Так, отлично. Удалил. 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 А теперь ложим трубу. А чем тебя уклон не устраивает? Тут уклона-то особо нету. А не, есть. Ладно, давай, короче, рельефа. Выровняем. Так, ну теперь все нормально, я надеюсь. Ну, теперь ложим трубу. Где там? Где там оно идет? Не понимаю. А можно мне как-то заглянуть то, что у меня под землей делается? Сетка рельефа, топография, подземный режим. Вот он. Вот этот корявый подземный режим.
Давай сноси все это безобразие и веди мне нормальную трубу сточных вод. Вот это вот безобразие сноси. Какое тебе там здание мешает? Здесь ему уклон мешает. Ну, я ж выравнивал здесь. Выровнять рельеф. Не знаю, да я даже подниму его. Ну-ка, труба. Ты можешь просто трубу зарыть? Я тебе вон гору целую насыпал тут. Отлично. О, все. Так, а почему ты ее не подключишь? Давай-ка подключи ко мне трубу, пожалуйста. Так, в чем проблема? Соединить одну трубу с другой. А, потому что я малую трубу построил. Сорян. Сейчас пофиксим. Поставим среднюю трубу. Вот это вот безобразие убираем. Отлично. Средняя труба. А в чем твоя проблема? Большая труба. Средняя труба. Прямо. Я не знаю, может он просто не дотягивается или что. Давайте еще одну насосную поставлю. Ну давай вот так. Вот тебе насоска. Угу, я понял. Трубу я изначально неправильно ставил, да? Окей, сносим. Затратно, я знаю. Ну а что поделаешь? И какая тебе другая инфраструктура мешает? Угу. А если вот так вот вывести? А так тебе ничего не мешает. Необходим подходящий уклон. Не, ну ты прикалываешься явно надо мною, да? Окей, идем дальше. Ура, мы это сделали. Почему с первого раза это было сложно сделать, я не понимаю. Источник не отправляет ресурсы. Так ты же очищать должен. Окей.
Работники, если точно не отправляют ресурсы. Ну как ты можешь не отправлять ресурсы? Какие тебе ресурсы надо отправлять? Подземный режим. Нет, давай ты его выключишь, подземный режим. Очистная станция. Окей. То есть вот ты принимаешь грязную воду. И какой смысл от тебя? Ты должен из грязной воды делать чистую. Твоя суть вообще, по сути. В чем прикол? Так, ладно. Уголь добывается. Невозможно хранить или экспортировать. Он забит. Забит. Уголь срез. Мне машин не хватает. Здесь забит. А где машина, которая уголь срез возит? Короче, мне походу надо еще один такой же самосвальчик, да? Я бы еще такой, наверное, что может быть дорогу здесь заасфальтировал бы. Может, дорога побыстрее была бы. Ну да. Вот он едет потихоньку, загрузился такой. Да, мне явно нужно больше машин. В том числе, чтоб на завод больше возило бы. Угу. Ну давай купим. Водовоз. Это все наливники. Вот этот мне нужен, да? Ну давай. Получается, ты едешь отсюда загружать уголь сырец. 100%. Выгружаешь здесь 100%. Уголь сырец. Ты чисто занимаешься этим. Отдельная машина занимается у нас тем, что уголь срез в том числе можно. Так. Ну да, получается, с завода надо таскать. Таскаешь его отсюда. Загружаешь уголь. Выгружаешь его на границе. Тоже 100%. Поехал. От тебя отправил. Ты занимаешься тем, что ждешь просто. Пожарные. Здесь все переполнено. А какие ресурсы ты должен отправлять? Ты должен чистую воду делать. А, или тебе вот это надо, да?
Да нет. Не это. Среднесуточный объем очищаемой воды. Но это тоже смысла не имеет. Почему так? Окей, давай еще раз, короче, я взгляну подземный режим, короче, включу. Давай тогда иди тогда туда качай. Как-то так. Смысл мне тогда от этой очистной станции? Типа, чтобы что она делала? Вот так, чтобы было все. Очистил и воду, короче, сбросил. Ну ты же даже не очистил это все. Хотя все это по уму сделал. А, тебе еще к электросети все это безобразие подключать надо, да? Угу, такой ты. Нехороший. И что мне здесь по трансформатору, что ли, ставить? Окей, я понял. То есть мы здесь, по сути, зря катаемся. А можно мне показать все мои эти трансформаторы, где у меня тут все находится? То есть у меня здесь есть разветвление. Ну давай поставлю эти трансформаторы. Пускай как-то так будет. Я правда не знаю, есть ли в этом хоть какой-то смысл. И работает ли оно так. Криво, косо, я не знаю. Давай. Тут наши люди сейчас утонут. Так, теперь глянем под землю. А ты подключена к электросети? Работает без проблем. Окей, значит, можно так. Стоп, подожди. Не подключено к электросети. Да. Значит, немного не вышло мне обойти систему. Так. Снести бы это. Удалить лэп. Вот этот вот лэп, пожалуйста, удали. Пожалуйста. Спасибо. Угу. И проведи мне новый лэб.
чисто вот ради тебя провожу. Так. Ну вот, судя по фонарям, здесь все появилось. Покажи мне снова подземный режим. Работаешь? Работаешь. Качаешь? По идее, должен качать. Давай, сливай. Не отправляет ресурсы. Может, он их не получает? Может, я где-то здесь накосячил? Работники тут есть у вас? Работники есть. Ну и почему? Контейнерная площадка 142%. Мне походу надо что-то для вывоза опасных ресурсов. Купить новую технику. Чтобы хоть как-то частично эту проблему перекрыть. Так, и ты, получается, едешь. Так. И у нас там мусор какая-то. Отходы. Здесь у нас почти ничего нету. Смешанные отходы можешь вести, да? Загружать? Подожди. Контейнерная площадка. А может, я тебе ничего вообще не должен? Смешанные отходы. Нет, не то. У вас тут, может, уже все заполнено. Тоже нет. Вода качается. Слушай, а есть какая-нибудь машина, которая может там сточные воды возит? Ну это все пассажиров возит. Конечно, там осенизаторская машина. Не взбитум. Алло. Ты ж ты мой спаситель. Вези, короче, это все знаешь откуда? Остановка не подходит для выбранной техники. Слишком далеко или что? Так, давай-ка я взгляну еще раз тут поподробнее. Вроде все правильно подключено.
То есть оно все собирает. Потом идет газотонно-насосная станция. Проблема, мне кажется, тут. Да, определенно она тут. Резервуар, короче, ему, наверное, нужен, да? Не совсем. Ладно, давай еще один поставлю просто как пример ради дороги. Возле дороги. Вот сюда. Давай, поставил. Ты. Забирать отсюда можешь? Не можешь. Но мы можем подключить тебя... Как запасной, не знаю. Вот сюда. Или лучше, наверное, не стоит. Так, вроде оно все должно стекать. А, я, кажется, понял. Это я сейчас зря построил. Снести. Кажись, я все понял, где моя ошибка была. Мне, короче, нужно ассенизаторскую ставить. Подключать к ней. От ассенизаторской сюда, короче, идти. Чтобы она еще как-то вот так вот была подключена. Ага. Идешь вот так вот. Давай, строй. Угу. Трубу удаляем. Удаляй, удаляй, не стесняйся. Ведем теперь трубу, получается, отсюда сюда. А отсюда мы идем сюда. Блин, ну что ты делаешь? Удаляй эту трубу. Угу. Удаляй, удаляй. И вот так вот. Через низ ее. Отлично. Загружать сточные воды. Так. Что-то вообще хоть поступает.
Ну, вроде все грамотно, ну, вроде все подключено. А, я понял, в чем проблема. Я слепой. Проблема в том, что я слепой. Я трубу не так подключил. Отлично. Ведешь сюда. И ведешь потом сюда. Окей, хочешь вести параллельно, веди. Я ж, блин, денег не пожалею. Я ж, блин, подключу, все нормально. Нет. Можно отменить. Сноси опять же всю тут трубу к чертям. Сноси, сноси, сноси. Не стесняйся. И, пожалуйста, единственная просьба в этот раз. Отсюда прям, по-человечески, проведи мне трубу. Вот сюда. Мешает здание. Кто тебе, блин, к черту здание мешает? Окей. Окей, я понял. Прям поглубже вам такую поставлю. Насосную станцию такую. Прям хорошую, такую добротную. Прям чтобы шла прям отсюда вот так вот. Дорожку к ней проведу пешеходную. Угу. Вот так вот. И трубу, короче. Давай построй. Поставил, молодец. Не-не-не-не-не, вот сюда, пожалуйста. Тоже не то. Отлично. Все. Вот теперь, по идее, все должно заработать. Прям идеально. Все? Пошла, родимая. Здесь тоже вроде все четенько подключено. Вот выход. Так, ну здесь тоже вроде все грамотно. Конечно, меня это смущает отрезок. Но настроим еще. Почему ты не отправляешь ресурсы? А потому что ты не подключена к электросети, да? Так, извиняюсь. Так, окей. Давайте, короче, добавим маршрут. Давай ты отсюда загружаешь камень. Да? Ты ведь камень производишь. Камень. Загружаешь, короче, отсюда камень. 100%. И выгружаешь его, получается, сюда. Выгружать камень. Поехал. Гравий нам так-то тоже нужен. Здесь погрузка. Это хранилище. Ты, пожалуйста, остановись, я не знаю. Нам вообще нужна собственная автозаправочная станция.
Технический университет. Давай, короче... Так, мне чтобы заправку строить, подожди, мне нужно изучение ставить. Нефть, так, нет, основная. Энергетическая отрасль мне, короче, нужна, да? Станетехника или параметр энергетической отрасли. Основы экологии. Производство битума, производство топлива. Удобрения. Так, не то. Не то, не то, не то. Производство топлива. Давай, изучай. Будем понемножку изучать. Зря, что ли, универ поставил, что ли. Мусор, который не переполнил. Опасно для здоровья. Смешанные отходы. Нам еще также потребуется мусоровоз, может, какой-нибудь. Ну, давай. Мусоровоз. Ну, подожди, но ведь у меня мусорки все, они там еще не заполнены до конца. Или вы не дотягиваетесь до туда? Ладно, давайте я поставлю мусорку. Культура, спорт. Так, это все это не то. Коммуникация, отходы. Ну, давай по две поставлю с обеих сторон. Пускай будет. Так, мусор выбросите. Или это не то поставил? Походу не то. Ладно. Где там наш мусоровоз? Так, это не то. Так, ты, наверное, нет. Тоже не то. Водовоз. Тоже все не то. Так, это бетономешалка вообще какая-то. Башенные экраны. Снегоочиститель. Ну, пока зимы нету. Где бы нам поставить, я не знаю, свалку, коммуникация, отходы, мусоросортировочный завод, железного лома. Мусоросжигательный, что ли, поставить? Смешанные отходы производят.
давайте палку где-то здесь поставлю. Цементовоз. Вот, большой мусоровоз. Даже два их куплю. Смешанные отходы. Короче, позабираем все это безобразие. И куда я его? Окей, просто вывези все это. А ты не можешь отсюда, да? Отсюда можешь, отсюда не можешь. Вопрос, почему? А потому что здесь у нас смешанные отходы, причем все. Вот конкретно ты, наверное, можешь, да? Нет, ты тоже не можешь. И какая мне машина, извините, мне надо? Бочка какая-то, я не знаю. А задоляга, если? Так, а загубли, окей. Самосвал, пожарный, хыты. Наверное, что-то такое надо, да? Как я уже покупал. Давай. Отсюда не можешь, оттуда тоже не можешь. А с мусора как можешь вообще возить? То есть это здание, которое производит все это. Почему вам, ребята, просто не вытянуть бы все это сюда? Ладно. Будем разбираться уже, как говорится, в следующей серии. Ну вот, а вам спасибо большое за просмотр. С вами был Зазепа. Лайк, подписка, всего хорошего и пока.